закончили проклейку салона Outlander виброматериалами, проклеили багажник, проклеили пол багажника, все проклеено усиленным материалом, весь материал предварительно был разогрет, и все было при проклейке прокатано валиком. Как все это выглядит, проклеены крылья, арки изнутри, все проклеено и прокатано. Закончили также проклейку салона, также все проклеено, толщина материала у нас здесь 4 мм. Проклеили, прокатали, нанесли первый, поэтапно вам сейчас покажем двери, первым слоем наносите виброматериал, внутрь двери все прокатывается. Затем наносится второй слой вибро. Также материал здесь прокатывается валиком. И третьим слоем наносится шумопоглощающий материал. Так это выглядит. И все, дверь готова к сборке. Сделаем еще антискрип на обшивку. И дверь уже можно будет собирать. Так, все у нас проклеено в Outlander. Продолжаем работать.